бифидобактерии после голода пьете? Нет, не пью. И считаю ненужным их. Вам на голоде микрофлора нормализуется сама. Великолепно, понимаете, организм — это такая вещь умная. Не надо туда что-то совать, она сама настраивается. И голод является своего рода перезагрузкой. Вот как компьютер, сбой возник, ничего вы там не сделаете. Вот такая хопочка, врубаете перезагрузку, это как раз голодание. Но особенно длительное голодание будет. Такая раз, и у вас все нормально. Значит, микрофлора меняется очень довольно-таки быстро. Достаточно вот 3-5 суток, ну 7 суток, для того, чтобы она нормализовалась. Но после вы должны правильно питаться, то есть, чтобы ее подкармливать. И все будет нормально. Лично я, если выхожу на голоде с помощью кисломолочного, вот, пожалуйста, это бифидобактерии. Ну, говорю, она сама нормализуется. Тут ничего не надо. Главное потом меньше сладкого, меньше этого самого дрожжевого. И все, у вас микрофлора будет отлично работать. Плюс я еще что делаю, чтобы вот все там нормально было. Семена тмина, семена зиры. Берете пол чайной ложечки, натощак, раз, проглотили, не прожевывая. Они там проходят через желудочно-кишечный тракт и все сами нормализуют, что у вас потом там стул отличный. Так что нет.